Всем привет, друзья! Многие написали про эту ошибку. Связывайтесь с User Help Disk. Сейчас я покажу вам, что делать при таком ошибке. Вот ошибка, отсутствует право доступа, пожалуйста, обязательно свяжитесь с User Help Disk. Нажимаем ОК, и сейчас покажу вам, что делать. Открываем X-центры, и у нас уже все работает, и нет никаких ошибок. Вот X-центр работает, то же самое вы можете сделать и для X-центр 2016, 2018 и 2020. Всем спасибо и удачи на дорогах!